Приветствую вас, и на самом деле по закону отец имеет право видеть своего ребенка, взаимодействовать с ним, общаться с ним, встречаться с ним и так далее. То есть его бывшая жена ни в коем случае не вправе лишать его этого. Он как отец имеет на это полное право. Прямое и полное право. Вот. Но она ему не позволяет, и, судя по всему, ваш муж, это достаточно такой мягкий человек, достаточно такой неконфликтный, может быть, даже боящийся конфликтов, раз вы вот даже за него пытаетесь решить эту проблему. Здесь, мне кажется, что очень важно отчетко обозначить свою позицию, в том плане, что не помогать ему решать его проблемы. То есть вам не нужно, решать его проблемы, потому что это его проблемы. Понимаете? Вот, это его проблемы, не ваши, а его. И он свои проблемы должен решать сам. Мужчина свои проблемы должен решать сам. Просто потому что. А вот он мужчина. Он мужчина. Как бы. И все. Понимаете? Какая штука. А вы сейчас грозитесь себе, угрожаете себе попасть в треугольник Карпмана, то есть в нездоровые зависимые отношения, и спасать своего мужа. То есть тут есть угроза того, что вы будете своего мужа спасать. По факту. Чего делать, конечно, ну, категорически не стоит, потому что мужа спасать не нужно. Вот. Это такой момент. Дальше идем. Значит, мужчине нужно обратиться в суд. Вот, если жена не дает ему общаться с ребенком. И соответственно требовать, потребовать от него ну, потребовать от нее, точнее, простите, от нее, не от него, а от нее. Вот. Позволение взаимодействовать с ребенком. Вот. В том числе даже через суд. Вот. Так что вот, в принципе, такая вот история. И больше вы, наверное, мужу своему ничем помочь не сможете. Никак. Вот. Понимаете?
Какая история? Вот. Так, я думаю, можно вам ответить на этот вопрос. Вполне вероятно, что мужу вашему требуется помощь. Вот. Ну, помощь в налаживании контакта с женой. Вот. Но в этом уже нужно работать ему самому, а не вам. То есть ему самому нужно все это делать. Для того, чтобы ситуация изменилась. Вот так примерно, я думаю, можно вам ответить. Больше, наверное, нельзя, потому что вопрос задан не напрямую. То есть, как бы, в чем конкретно ваша проблема? Вот, именно вашей проблемы я не вижу. Поэтому помочь вам конкретно здесь не представляется возможным. Ну. Адекватно. По крайней мере. Вот, в принципе, что-то хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.